Она красного цвета, чтобы человек, когда ранился и была видна кровь, чтобы он был казался страшным. Потому что она не может быть синей. Потому что не синего. Потому что она такая... Потому что внутри сидит красный демон и выдавливает все красное. Потому что ее покрасили. Потому что кровь окрашивает маленькие частицы в теле. Потому что сердце красное. Потому что красное. Потому что так устроено.